конкурс. Дети читают стихи для лабиринта Меньшикова Кристина, 12 лет, Омская область, село Мангут, стихотворение Лоры Тасси «Оборванного Мишку утешала». Оборванного Мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Не плачь, сама не доедала, пол сухаря оставила тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете, ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала, злой птицей, бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дома девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война.